гендиректор МАГАТЭ Юкия Амана не ожидает возможности продления срока действия дорожной карты по прояснению возможных военных аспектов иранской ядерной программы, PMD, о которой Иран и МАГАТЭ договорились 14 июля параллельно с достижением договоренности между Ираном и шестеркой международных посредников. Согласно этой договоренности, к 15 декабря Амана должен представить Совету управляющих МАГАТЭ доклад о прояснении вопросов, связанных с возможными в прошлом военными аспектами иранской ядерной программы. «Я не рассматриваю возможности продления этого срока», — сказал Амана на пресс-конференции. В своем докладе Совету управляющих в понедельник Амана заявил о начале исполнения дорожной карты по прояснению военных аспектов ИЯП, в частности, о том, что первые документы от Ирана получены 15 августа, а в настоящее время МАГАТЭ формулирует свои вопросы по этой информации, которые должны быть направлены Ирану до 15 сентября. В дальнейшем планируются встречи с иранскими экспертами, на которых МАГАТЭ надеется прояснить остающиеся вопросы.